Вітаю вас, мої дорогі, з України. З вами, як завжди, Руслан. І мир модов American Truck Simulator 2. Ну, прежде чем начнем мы с вами сегодняшний обзорчик, у нас есть хорошая новость. 15 числа у нас уже с вами в American Truck будет DLC Техас. Ну, солидненько, с чем вас и поздравляю. Мне кажется, что да, как-то пошустрее идут дела в American Truck, ежели в нашей доблестной ETS-ке. Ну, что поделать. Значит, так оно должно быть. Ну, приятненько. Для фанатов, я думаю, Америки это будет солидненько. Прекрасная DLC, вот это Техас. Я думаю, что покатаемся с вами в удовольствие. Но что я вам сегодня хочу предложить? Давненько у нас с вами не было именно пассажирских перевозок. Старенький модик у нас от SoTransBus, к сожалению, данным модиком, как сделали его под 43-ю версию, таким никто и не занимается. Но тем не менее, запустим мы его с вами на версии 1.45 в нашей American Truck Simulator. Пассажирские перевозки, я думаю, немного разбавят, да? И отвлекут вас именно от грузовых перевозок. Прикольненько на таком модике, да, на шикарненьком Икарусе 260 будет покатать по Америке. Класс. Когда-то мы уже делали с вами такое видео. Но. Много вопросов именно возникает по пассажирским перевозкам. Ну, я доволен, что заходят, конечно, и пассажирские перевозки в наших доблестных, и Евротрак, и в American Truck. Класс. Ну, как бы так, разнообразие солидненькое. Так что, ребятки, поехали поподробнее, как всегда, чтобы вы нигде не путались, нигде ничего не искали, а зашли, посмотрели видео, установили себе все модики и наслаждались шикарным автобусом Икарус 260 и не менее шикарненьким модиком на пассажирские перевозки в нашей доблестной American Truck Simulator. Я думаю, прикольненько и интересненько будет поюзать на автобусе по просторам Америки. Ха-ха. Поехали! Итак, мои дорогие, быстренько, как всегда, пробежимся с вами по архивчикам. Вот у нас архив данного модика American Bus Driver. Вес данного модика 35 мегабайт. Мод у нас, как я уже сказал, не получал адаптацию под версию 1.45. Мод только лишь адаптирован под 43-ю версию. Но, тем не менее, прекрасно работает на версии нашей актуальной 1.45. Открываем архивчик, и вот у вас сам файл в формате SCS. Все как всегда, по пути документы, American Truck Simulator, папочка мод, архивчик у вас уже открыт, и зажали, перетащили файлик, все, класс, молодцы, мод у вас, ребятки, установлен. Что я хочу вам предложить? Хочу вам предложить вот именно Икарус 260, вот этих же мододелов, SoTransBus и команды. Но это по желанию, кому заходит данный автобус, я думаю, не без удовольствия покатаете. Кому не заходит, поставите любой интересующий вас автобус и будете катать. Только смотрите, ребятки, чтобы автобус у вас был под версию 1.45. Тогда у вас проблем не будет. Открываем архивчик автобуса. И все тоже по пути. Документы, American Truck Simulator, папочка мод, архивчик у вас уже открытый. Зажали вот сам файл Икаруса, перетащили. Здесь вот у нас есть еще два аддончика. Аддончик на Sisal Megapack и аддончик на скины. Все так же. Зажали, перетащили файлики. Все, молодцы, класс. Все у вас установлено. Ну и как всегда, все по накатанной схеме. Менеджер модификации. Покажу вам расстановочку, чтобы вы не путались. А все сделали правильно и наслаждались шикарненькими модиками. Да и пассажирскими перевозками в American Truck. Я думаю, солидненько будет. Не без удовольствия покатаетесь. Поехали дальше. Итак, мои дорогие, актуальная версия игры на сегодняшний день у нас 1.45 3.30S. Идем в модики.
И вот примерненько вот таким приоритетиком выставляете, да, выставляете сам Икарус, далее выставляете Сисел Мегапак к Икарусу, ну, можно подкинуть еще скины для любителей, так сказать, скинов. И выше всего вот этого ставим вот American Boost Driver, сам модик. Ну и потом у меня стоит Sound Pack, вот и все. Вот такой, ребятки, незатейливый приоритетик расстановочки. Я думаю, не заблудитесь, да? Класс. Применяем это все дело. И вперед уже в саму игру. И будем смотреть, что да как у нас с пассажирскими перевозками версии 1.45. Ну и естественно, в игре, мои дорогие, приобретаете себе автобус, какой вам там будет поинтересней. И самое теперь главное. Приобрели вы автобус, да, сделали ему тюнинг, все как положено. Далее идете в покупочку прицепа, да. И вот пассажирские перевозки. Смотрите, у вас здесь вот два варианта будет. Будет у вас Intercity M и Intercity S. Что данные прицепы вам дадут? Данные прицепы вам дадут расстояние до 250 миль, если вы вот поставите вот эти данные прицепчики. Скажу сразу, к Икарусу подходит прицеп с маркировкой M. S не ставьте, потому что работать на Икарусе не будет. А на других автобусах, если вы захотите там другой какой-то автобус поставить, будете уже сами смотреть, то ли S, то ли M ставить. И вот у нас далее идут. Вот этот M у нас даст расстояние больше 250 миль. И также, соответственно, вот этот S даст нам расстояние больше 250 миль. Так что не путайтесь, да? Intercity у нас до 250 миль. Дальше у нас два прицепчика идут свыше 250 миль. Все, ребятки. Купили себе понравившийся вам прицепчик. Прицепили к автобусу и вперед, ребятки, идете в грузы. Вот биржа грузов. И у вас уже сразу высвечиваются вот все пассажирские перевозки. Работает абсолютно на всех DLC-карт. Но у меня, к сожалению, еще все DLC не докуплены. Так что проверить на всех я это дело не смог. Вот что у меня есть. Тут я покатал везде все. Везде грузики. Вот, Аризона, давайте проклацаем. Есть в Аризоне. Калифорния, все есть. Невада, все есть. Дальше, Айдахо. Все везде есть. Все великолепно. Монтана. Также везде все. Все грузы, то бишь наши пассажиры, все есть, ребятки. Так что без вопросов будете катать. Ну и смотрите. Грузиться будете так же самое, может быть, где-то на каких-то остановочках автовокзалов здесь особо так и нет. То ли остановки, то ли же будете грузиться именно на складах, на тех, что мы грузимся, именно грузовые перевозки. Ну, я думаю, это не проблема. Ну и давайте посмотрим, как это все дело у нас с выгрузкой да и происходит. Сейчас он возьмем любой грузик. Ого, это что, дофига ехать. Ого. Но я себе поставил именно прицепчик выше 250. О, солидный, солидный маршрутик. Вот нажимаем выбрать как место назначения. И вперед. Ну и вот так, мои дорогие, уже непосредственно в игре заезжаете вы, да, на погрузочку. Вот у вас погрузочный маркер. Соответственно, выбивает у нас автоматическую погрузку. Но мне самому интересно вот именно проверить, как он с маркера будет грузиться или нет. Открываем двери для наших пассажирчиков. Так, и пробуем с вами заехать на маркер. Мне интересненько самому, будет ли с маркера старый модик грузиться или нет. Ой-ой-ой.
Не, ребятки, с маркера это дело не грузится. Не грузится с маркера. Но, а что делать? Ничего не поделать. Мод старый, адаптации 0. Нажимаем Enter. Все готово. Приятной поездки. Вот и все. Наши пассажирчики загрузились. Все, маршрут у нас отобразился. Все великолепно, все прекрасно. Что мы делаем? Естественно, за штурвал. За штурвальчик. Закрываем наши двери. О, класс, да? Закрывается. Да вообще, автобус шикарненький. И, ребятки, вперед. Наслаждаться пассажирскими перевозками в American Truck Simulator. Солидно, ребятки, класс. Автобус шикарен, мод шикарен. Работает бесподобненько. Все великолепно. Мне нравится. Солидно. Отлично, отлично, отлично. Я думаю, получите массу удовольствий, покатая пассажирчика на American Truck Simulator. Класс, да? Солидняк. Да еще с таким автобусом. С нормальными пассажирами. Разнообразие на ура. Класс. Отдохнете от грузовых перевозок. Вот так, мои дорогие, быстренько и без напряга сделаете себе пассажирские перевозки в American Truck Simulator. А спасибо, мои дорогие, будем с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик и будьте мне здоровы. Берегите себя, всех вам земных благ, самое главное, крепчайшего здоровья. И мирного неба вам всем над головой, мои дорогие. Быть добру, как всегда, большая благодарность тем, кто принимает участие в поддержке канала. Большое вам человеческое спасибо, мои дорогие, за вашу поддержку, она для меня очень важна. Будьте мне здоровы, быть добру, все будет Украина. До новых обзорчиков, всем пока-пока. Поверните направо.